В городском округе продолжается ямочный ремонт во дворах. На придомовых территориях уже ликвидировали более 4500 выбоин. Наша съемочная группа увидела, как проходит работа на северной стороне Люберец. Зима оставила после себя более 5700 ям во дворах Люберецкого округа. Эту цифру озвучили после проверки благоустройства придомовых территорий. Информация о каждом дефекте на дорожном полотне занесена в единую электронную систему. На сегодняшний день в округе ликвидировали большую часть оцифрованных ям. Мы на сегодняшний день выполнили более 4500 ям. И ставлю задачу, чтобы в ближайшее время все остальные ямы были заделаны. Осталось чуть больше 1000, но ставится задача в течение 2 недель максимально. Сотрудники управляющей компании ЛГЖТ следят за состоянием тротуаров и проезжих частей между домами, несмотря на то, что ремонт дорог не входит в перечень их обязанностей. Мы эту работу берем на себя, потому что мы не можем подвести ни наших жителей, ни их доверия к нам, соответственно. В первую очередь, конечно, мы стараемся делать те ямы, которые могут послужить причиной травматизма жителей, то есть при выходе из подъезда, чтобы не подвернуть ногу. От момента обнаружения ямы до ее устранения проходит максимум 3 дня. В зоне обслуживания Люберецкого городского жилищного треста оцифровано более 2500 ям. Со своей задачей управляющая компания справилась на 100%, но она постоянно на связи с жителями округа. Обращения принимаются на портале «Добродел» либо в соцсетях главы городского округа. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.